Здесь люди на острове, как и все люди, как и все живые существа, ищут какого-то счастья. Они ищут счастье в океане, кто-то ищет счастье, катаясь на серфинге, кто-то ищет счастье, ищет противоположный пол. Все ищут счастье, все пытаются наслаждаться. Чувство счастья, безусловно, в нашем мире существует, и у счастья есть изначальный источник. Подобно тому, как капля океана рождается из океана. Чаще всего мы опираемся в поиске счастья на свой субъективный опыт. Но стоит взглянуть на жизнь под другим углом, как открываются новые неизведанные грани бытия. Для меня хренамы является вообще абсолютно мистической и волшебной вещью, потому что мою жизнь она изменила кардинальным образом. Из несчастного какого-то хмурого человека я превратилась в счастливого и жизнерадостного. Даже не то, что превратилась, я вернулась в свое состояние счастья и какой-то вот такой беззаботности. Такое было, наверное, только в детстве. Харинама – это прославление святых имен Бога Хари Кришна Рама и танцы в сопровождении музыкальных инструментов. Этот целебный звук действует как лекарство на всех участников и на атмосферу планеты в целом. Это благотворно влияет на каждого, подобно тому, как солнце согревает своими лучами всех жителей мира. Для меня харинама – это просто опыт, как бы, соприкосновения со счастьем. В каком бы настроении я ни был, стоит мне прийти на харинаму, и я испытываю, буквально через какие-то 5 минут начинаю испытывать счастье. В повседневной жизни люди чаще всего заняты своими делами и заботами, и порой не могут найти время для расширения своего кругозора. А отпуск и отдых сами по себе располагают к поискам новых впечатлений. Ожидая новых открытий, они вдруг встречают нечто, что выходит за их границы представлений о счастье и о удовлетворении. И они просто потрясены, поражены. Я очень люблю танцевать. Мне кажется, что это совершенно замечательное действие. И мне очень нравится, когда мы это делаем все вместе, и когда к нам присоединяются люди, и люди чувствуют это счастье. И я всегда думала, чем я могу помочь вообще миру. И я понимаю, что я могу помочь вот этим, выходя на харинаму. Yeah.
когда возникает любовь к противоположному полу, то возникает такое огромное вдохновение, такое вот, это так окрыляет, так вдохновляет, сподвигает на какие-то поступки. И это вместе с тем очень трудно объяснить тем людям, которые никогда этого не испытывали. И в основном люди всегда друг другу желают встретить свою вторую половинку для того, чтобы почувствовать это. И вот я хочу вам сейчас пожелать встретить Харинаму и принять в этом участие, потому что это высший вид любви, который наполнит ваше сердце, который наполнит вашу жизнь смыслом. Присоединяйтесь! Radhe 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 Sham se tell you what I feel, but is it something that fulfills your heart? Yes. Fulfilling, right? Yes. У нас есть большой опыт в организации Харинам. Харинама-туры реализуют стремление людей к путешествиям по всему миру, и мы предлагаем вам совместить приятное с полезным. Очень нравится общение в таком формате, когда много людей из разных городов и стран приезжают сюда, живут вместе. И также меня очень вдохновляет то, что в этом всем задействованы люди разных полов, разных возрастов, разных национальностей. Мы все танцуем вместе, и я чувствую, что именно подобная деятельность, она может сохранять мир во всем мире. Вы можете планировать свой отпуск согласно нашим турам и стать частью такого масштабного проекта на благо всей планеты. Если у вас есть желание поучаствовать в наших турах присутствием, распространением информации, финансово или любым другим способом, вы можете нам сообщить об этом. Харинама-тур с внешней стороны это не так просто, потому что каждый день это сборы, это занимает много времени и силы. И мне на самом деле не так легко одевать все эти блески, потому что в обычной жизни я этого не ношу. Недавно была история, что мы пошли просто гулять в обычной одежде, и люди видя нас, начинали танцевать и петь Харе Кришна. В нескольких магазинах это было очень вдохновляюще. Да, и меня тоже очень вдохновляет реакция людей. Они
ну, они как будто бы делятся с нами также. И поэтому очень важно подготовиться к харинаме не только вот внешне, но также и внутренне, эмоционально настроиться. Потому что, ну, если как бы у тебя что-то есть хотя бы чуть-чуть внутри, ты можешь этим поделиться. И этим могут поделиться в ответ с тобой. La música hindú, como ha dicho siempre, la gente que me conoce, soy Mary Fabulosa y me encanta la música. Soy una fan de la música hindú, me encanta, me da igual dónde está, dónde la escucho, bailo y me transporta. Es un arte y aparte la música, la comida, la gente, la cultura es muy rica y la verdad no puedo, me transmite, me no sé explicarme como siempre, me quedo corta con las palabras, pero es un arte espectacular. El baile con la mano, cada gesto significa algo. Así que muchas gracias por la experiencia, por enseñarme un par de pasos. Muchísimas gracias. Туры на побережье в столичных и культурно значимых городах мира имеют колоссальный успех. Здесь собираются люди из разных уголков мира, открытые к новому опыту. Опыт участия в харинаме оставляет неизгладимый след в сердце человека, и он увозит эти впечатления с собой на родину. С нами танцуют местные люди, они очень заражают энергией, даже когда настроение плохое, мы выходим, но их это радует, и они своей реакцией радуют нас, и тут сейчас такие безумные танцы были, это было что-то просто. Siento feliz, siento paz, siento armonía, siento luz, siento verdad, siento transmutación de energía positiva, siento divinidad. Во время харинамы мы предлагаем людям книги Шилы Прабхупады, великого философа нашего времени, писателя, духовного учителя, наставника многих людей, и в том числе знаменитостей, таких как Джордж Харрисон, например. В своих книгах он подробно рассказывает о могуществе Харе Кришна Махамантры. Можно подумать, почему именно Харе Кришна Мантра, почему не другая песня, не другая мелодия. Когда Господь придумывает музыку, когда Он дает мелодию и дает саму песню, Он думает о всех живых существах. И поэтому это цепляет каждого. Есть один секрет. Мы на самом деле мы танцуем и поем для Бога. И когда Господь счастлив, то счастливы все вокруг. Потому что Он благожелатель всех живых существ. Шрила Прабхупада в своих книгах пишет о том, как достичь совершенства жизни вне зависимости от постоянно меняющихся жизненных обстоятельств.
Его книги помогли миллионам людей обрести истинное счастье. Это такое удивительное место, Тенерифе. Здесь собираются люди с разных уголков планеты, с разных частей Европы. И люди с разной культурой, с разным менталитетом, опытом жизни. Но когда мы предлагаем им книги Шрилы Прабхупады, эти книги, минуя все оболочки их сознания, проникают прямо в сердце. И для меня вот это самое большое чудо, которое я здесь увидела. За время своей активной деятельности Шрила Прабхупада в возрасте с 69 до 81 года 14 раз совершил кругосветное путешествие, построил более 100 храмов в разных странах мира, основал одно из самых крупных книжных издательств BBT. Эти книги дороги мне тем, что в школе, в университете я никогда не получала такого знания, потому что оно уникально, и когда я встретилась с этими книгами, я нашла ответы на все свои вопросы, и все собралось в один пазл. Шрила Прабхупада написал более 60 книг, которые на данный момент переведены на 85 языков. Часть из них используется в программах престижных учебных заведений мира. Его наследие – это бескрайний океан мудрости. Кто был в Индии, знает, видел такой сюжет, как бык стоит на привязи. И неважно, сколько он шагов сделает за свой день, он видит одно и то же, в принципе, и ходит кругами. И вот моя жизнь вот что-то наподобие такого была до тех пор, пока мне не встретились книги Шрилы Прабхупады. Поскольку там как раз рассказывается, как люди, они, ну вот, живя таким образом, вырывали этот колышек. И читая эти книги, я понял, как это сделать. Ну, по сути, эти книги это и сделали, вырвали этот колышек, и поэтому моя жизнь сильно изменилась. Почему я поехал в этот тур еще? Потому что как-то я читал письма Шрилы Прабхупады, и в одном из них он попросил эти книги печатать на всех языках, соответственно, и распространять, чтобы в других странах люди тоже этот колышек могли выдернуть, и что-то у них изменилось. Моя жизнь кардинально изменилась, поэтому мне очень хочется делиться знанием с другими. А Шрила Прабхупада именно это и хотел. Это какой-то мистический процесс. Книги сами находят своего читателя. Ну, а я всего лишь почтальон. Изучение книг Шрилы Прабхупады дает прочную фундаментальную основу. А харинама, в свою очередь, может дать этот импульс и вкус для того, чтобы выйти за грани своих привычных представлений о жизни и отдыхе. И это то, что мы должны принести людям. Мы сами наслаждаемся этим процессом, и мы можем этот процесс людям дать. И спасибо вам большое, то, что вы помогаете нам сделать, дать этот новый, совершенно неизвестный в этом мире источник счастья – харинама. Я всегда мечтала сделать что-то действительно важное в своей жизни. И это написано в священных писаниях, что это лучшая благотворительная деятельность для нашего века. И мы просто делаем это, и мы видим результаты. Это удивительный метод. И каждый человек, который хотя бы раз попробует, он никогда уже не забудет этот опыт. –
всем известно, что мы живем в звуковом мире, и звук меняет кристаллическую структуру воды. А человек на 80% состоит из воды. Соответственно, вот он и ответ, да, то есть определенные звуки, звуки определенной мантры, они меняют все, начиная с молекулы, заканчивая просто жизнью, образом жизни, то есть полностью восприятие всего и делают нас счастливыми. Приходите на Харинаму, здесь классно, здесь меняются судьбы. Love and peace, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I am blinded by your golden complexion. It's that blinding light that puts me in the right direction. No, it ain't random, a specific selection. But I can't fathom how to make the connection. Transcendent actions beyond my comprehension. You hold the key, my name, please mention. Your love supreme, no nothing above it. So please introduce me to your beloved. Rande, 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 shamsi mirade. Rande, 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 shamsi mirade.